В Казахстане стартовала программа льготного автокредитования. С сегодняшнего дня у жителей страны есть возможность без первоначального взноса в кредит по 4% приобрести машину отечественного производства. Автокредит выдается на сумму не более 10 миллионов тенге сроком до 7 лет. На эти цели правительством выделено порядка 100 миллиардов тенге. Между тем, с самого утра во многих автосалонах в ряде регионов наблюдается ажиотаж и большие скопления казахстанцев, желающих принять участие в программе. Аналогичная ситуация сложилась и в столице. Десятки людей пытаются попасть в крупные дилерские центры города. Наша съемочная группа работает на месте. Подробно мы расскажем об этом в следующих выпусках новостей.